Вас хочу поблагодарить, потому что в вашем лице всех родителей, особенных детей, вы очень активны. Наша работа началась со встреч в Кировском как раз районе, когда мамы собрались и поставили этот вопрос, рассказали мне о тех проблемах, с которыми вы ежедневно испытываете. Вот элементарно, что ребенку с ограниченными возможностями нет знаний у родителей, как научить, как его социализировать. И поэтому мы приняли решение делать вот такие, скажем, тренировочные квартиры. Они есть в Советском районе, появилось в Кировском, следующем мы откроем на подробных в Приволжском районе. Вообще наше желание, и мы не только это желание, мы реализуем это, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья как можно больше вливались в наше общество, начиная с детских садов, школ, спортивные объекты. Поэтому это непростая работа, но без этого Казань не может быть полноценным городом без особого отношения к детям с ОВЗ. И спасибо еще раз вам за такую активную позицию. Вместе мы одолеем. Спасибо вам большое. А вам мы хотели бы вот вручить сертификат на то, чтобы приобрести оборудование для этого центра. Ой, спасибо вам большое, спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам большое. Будем и дальше помогать. Да. Саламат Булгарда. Давай. С вами Сол.